черниках. Дело в том, что я вынужден сказать, еще не поздно, еще не вечер. Даже на юг еще не поздно выслать. Получилось так, что Сергей начал весеннюю. Ну, он самое рослое дерево бензопилу, а я поменьше. Кардинальное, впервые за 30 лет кардинальное омоложение. Ну и под это попадает много веток, прекрасных веток. Вот, я ниже покажу. Так, ну я их тут захожу, чик-чик-чик, и к себе. Куда столько уже, сам не знаю. Вот. Есть, правда, совсем мало. Вот единственное дерево, розмарин. Три веточки срезал. Вот. Но все равно надо срезать, но не могу оставить. На следующий год и не будет. Каждая веточка отрезана, дает три побега. Вот в среднем. Вот. Я вынужден резать даже вот такие вот уникальные вещи. Вот. Так что что получается? Вот эти сорта я перечислил. Ну, нету их в каталоге. Вот. А тут попали под раздачу. Ну, теперь есть. Поэтому я что сделал? Да, была страшная зима. Ну, сейчас я покажу. Старые цены остались старыми, 150 рублей. А сохранность 100%, и поэтому они того стоят. Помните, выше эти чек прислал фотографии привитых академиков. Вот. Как вы думаете, если сейчас вернуться, назад пролистать, стоит это? Это же можно было те три дерева с этих же 150 рублями заработать. Вот. Ну и дальше, значит, у меня есть и по 200 рублей, видите, черники Паина, Академик, Мичуринский. Это самое, я их называю 100-граммовые. Вот, поэтому и цена 200. И тут же рядом весенняя нарезка. Они ничем не пострадали, но я хочу разделил по цене по одной причине. Ну, возьмите, чтобы не пропало. Этих, ладно, этих так мало осталось. Я их постараюсь все-таки допродать. Их немного. Вот. А вот весенние, у меня это много очень. Выбрасывать жалко, а бесплатно не могу. Вот не могу и все. Скажи бесплатно, тут же раскупят. А вот 100 рублей бутылку пива отдать за это, то, что стоит Нобелевская премия. Знаете, Нобелевская премия это 1 или 1,5 миллиона долларов. Да? А у меня любая ветка, и учитывая результат, любая ветка, вот это вот, вот от 100 до 150, это можно дальше продолжить, как я по моей системе. Начиная с Мичурина, заканчивая Лотинком, Железовым, вот, за 150 рублей можно заработать Нобелевскую премию, которая будет, это, 1,5 миллиона. Я не шучу. Вот. Но все-таки выброшу. Так, обоснование, что ветки режу. Уникальный сорт образцов. Нарезка в начале зимы. Вот эти вот, дорогие самые-то. Персики кончаются. Есть тонкие, но их люди не любят. Вот. Персики кончаются. Так, и фактическое уничтожение части уникальнейшего сада ради заработка. Это есть. Вот. Дар небес. Видите? Не трогало это дерево. Вроде и не надо было. Но пришла пора весенней обрезки. Представляете, чудо какое. Это дар небес. Один из лучших европейских сортов. Ну, конечно, я в Европу первым должен быть. Там еще вопрос, там академик, ах, у нас не будет. Но дар небес-то, ему-то что? Он сам ко мне с Волги приехал. Вот он с торца. Ну, на морозе пережил питомники. Это сенсация уже, то, что питомник в Сибири на морозе. Ну что, убедил?